Очнулся Серега уже под утро. Освежающая предрассветная прохлада стала немного приводить его в чувство. Приоткрыв глаза, он увидел черное небо, усыпанное гроздями ярких восточных звезд. Очень хотелось петь. Попробовал пошевелить руками, а затем ногами. Вроде на месте, подумал Серега, но не факт. Сквозь шелест травы и стрекотню сверчков услышал легкое журчание. Значит, где-то неподалеку есть вода. Надо подняться, подумал лейтенант, и попытался повернуться со спины на бок. Острая боль отозвалась изнутри, откуда-то из грудной клетки. Но это, я думаю, в кабине долбанулся, когда с гребешком падали. А где гребешок? Где он? Что с ним? Лежа на спине, Серега начал водить глазами, чтобы хотя бы боковым зрением уловить силуэт своей машины в предрассветной дымке. В темноте были слышны звуки машин и обрывки речи. Чужой речи. Неподалеку в тишине коротко скрипнула радиостанция. Серега, преодолевая тупую боль в теле, резко повернулся на бок в ту сторону, откуда был звук. «Гребешок, родной мой, ты здесь!» – прошептал молодой офицер, когда он смог различить очертания своего самолета, лежащего на брюхе, уткнувшись носом в густые заросли дикой лычи. Рация скрипела в самолете. «Живой!» – подумал Серега и начал ползком двигаться в его сторону. Во время аварийной посадки на вспаханное поле Серега выбросил из кабины. А самолет на брюхе проехал дальше, застрял между деревьев, уперся в лесопосадку. До самолета было 70 метров по открытому полю. И пока еще не рассвело, лейтенант твердо решил добраться до своей умирающей машины. В смысле, что там еще есть рация и живые батареи? Преодолевая острую боль, Серега медленно и осторожно пополз к своему разбитому самолету. Забрав из кабины все самое необходимое, Серега несколько минут молча стоял у разрушенного корпуса своего боевого товарища, своего родного гребешка. Он не раз спасал своего командира, раненый и подбитый, на одном двигателе, а порой на последнем дыхании паров топлива. Вытаскивал Серега из всяких разных передряг. И даже сейчас уже почти бездыханный гребешок позвал своего командира коротким шипением радиостанции, дал ему надежду. Надежду вернуться домой живым. Лейтенант прижал ладонь к корпусу самолета и прошептал: «Спасибо тебе, мой родной гребешок». Стремительно начинался солнечный и жаркий день. Серега, придерживаясь зеленки, направился в сторону своих, иногда включая радиостанцию на прием. Аварийный радиомаяк в сумке был поврежден, но иногда подавал признаки жизни и выдавал сигналы в эфир. Сигналы были прерывистые и слабые. Но Серега верил, что выберется. Верил и шел.